По какому принципу работает турникет в метро и по какой траектории прыгает скейтбордист? Это выясняли в минувшие выходные краснодарские подростки. В 32-й школе прошел городской этап научно-практической конференции «Эврика» для учеников 9-11 классов. На конференцию приехали около 130 будущих ученых и ораторов, выступали с докладами в 15 секциях по направлениям от журналистики до медицины. За 7 минут каждый ученик перед маститыми профессорами должны были защитить доклад или концепцию аппарата, который изобрели. Например, Владимир Черный из 23-й гимназии изобрел аппарат, извлекающий фототок, который используют, например, в турникетах метро. Ну, я исследую явление фотоэффекта, то есть выбивание электронов из поверхности металла посредством действия на него световым излучением, разными источниками, источниками синего и зеленого цвета. Под этим действием электроны покидают металл, и в цепи появляется ток, который называется фототоком. Городской этап «Эврики» длился целый день. Жюри отобрали 15 самых лучших работ, которые будут представлены на краевом этапе научно-практической конференции. Сначала им предстоит заочный отбор экспертами в апреле, а в середине мая пройдет финал. Напомню, это уже 14-я конференция. Она позволяет каждый год выявлять талантливых и способных детей на Кубани, чтобы помогать им расти в выбранном направлении дальше.